ход ремонта амбулатории в станице Новодмитриевской проверил глава района Андрей Дорошевский. С момента последнего визита здесь многое изменилось. Стены оштукатурили и приступили к покраске. На финишной прямой – обустройство полов и потолков. Закончили устанавливать двери и окна. Работа кипит не только внутри здания, но и снаружи. Продолжается облицовка фасада. Полным ходом идет благоустройство прилегающей территории и установка нового ограждения. В амбулатории будут проводить прием педиатр, терапевт и гинеколог. Также здесь расположится дневной стационар. После ремонта жители Новодмитриевской смогут получать качественную первичную медицинскую помощь в нормальных условиях с использованием современного оборудования.